Здравствуйте, меня зовут Витя. Там пожар у нас в Чигирях произошел. Хочу, чтобы вы по новостям это показали. Вот. Уже огонь подходит к домам. Люди пытаются спасти дом. Туда уже проехало много пожарных машин. Люди сами пытаются тушить. Вот такой вот у нас пожар в Чигирях. Еле-еле тушат. Пожарная машина. Вот там пожар. Все горит. Главное, чтобы нашу Чигиринку нет. Дышать невозможно.